В последнее время криптобиржи начали вводить ограничения для счетов россиян или вообще накидывают блокировки. Ну и правда ради стоит сказать, что использование бирж это в принципе не супер надежно, так как биржа это децентрализованная платформа, то есть ваш криптосчет на бирже под полным контролем и по большому счету принадлежит бирже, а не лично вам. Сегодня речь как раз таки пойдет про кошельки, а если быть точным, то про один, пожалуй, самый главный криптокошелек под названием MetaMask. MetaMask это мультисетевой некастодиальный криптокошелек, созданный в 2016 году в формате расширения для браузера фирмой Consensus, которую в свою очередь создал основатель эфириума Джозеф Любин. Если говорить более простым языком, то MetaMask это кошелек, чаще всего используемый в качестве расширения для браузера, в котором можно хранить большое количество криптовалюты в разных сетях. При этом сам кошелек является внебиржевым, то есть доступ к вашим же активам имеете только вы. А создатели кошелька или любые другие третьи лица не могут ничего сделать с тем, что вы храните на MetaMask. Конечно же, MetaMask можно и нужно использовать не только для хранения крипты, но также и для отправки, получения активов, обмена крипты, а также для взаимодействия с большим количеством других сайтов и интерфейсов. Как раз таки в этом видео речь пойдет про полный функционал данного кошелька. Обязательно смотрите видео до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. А также не забывайте использовать тайм-коды для навигации. Начнем создание кошелька и уже затем постепенно будем разбирать его функционал и возможности. Для установки кошелька заходим на официальный сайт MetaMask, ссылка будет в описании к видео. Затем переходим в раздел Downloads и видим всю основную информацию по работе кошелька. А именно три основных варианта установки. То есть в качестве расширения в браузере Google, на устройстве iOS, плюс на устройстве Android. Если проскролить чуть ниже, то можно найти 4 поддерживаемых браузера. Помимо браузера Google, MetaMask можно установить в виде расширения в браузеры Mozilla Firefox, Brave и Microsoft Edge. Можно понять из небольшого списка поддерживаемых браузеров, MetaMask не будет работать в качестве расширения в Яндекс.Браузере, Safari, Opera и так далее, только в данных 4 браузерах. Я всем вам советую использовать MetaMask именно в браузере Chrome, так как я лично использую кошелек в данном браузере. И могу вам с уверенностью сказать, что в таком случае не будет никаких проблем. Для установки браузера в том же разделе Downloads выбираем Chrome. У меня он был выбран по умолчанию. И жмем Install MetaMask for Chrome. Затем нас перекидывают в расширение браузера, и уже здесь мы ждем установить. И подтверждаем установку нажатием на установить расширение. После установки расширения нас автоматически перебросит на страницу самого кошелька. Но перед тем, как мы продолжим его настраивать, я вам рекомендую нажать на значок пазла. Это значок управления всеми вашими установленными в браузере расширениями. И возле расширения MetaMask нажать на кнопку так, чтобы она стала синей вместо серой. Нажав на данную кнопку, лиса логотип MetaMask теперь всегда будет на видном месте. Тем самым вам будет куда удобнее взаимодействовать с кошельком. Продолжаем установку, жмем начало работы и видим перед собой две опции. Первая — возможность импортировать кошелек. Данная опция подходит нам, если у нас уже есть кошелек и мы знаем от него сид-фразу. А вторая опция — это вариант создания нового кошелька. Мы как раз таки выбираем второй вариант. Нажимаем создать кошелек. Далее мы видим небольшое сообщение, где нас просят помочь улучшить MetaMask посредством сбора данных об использовании вами кошелька. И именно здесь перечислено то, что даже если вы дадите разрешение на сбор данных, то MetaMask никогда не будет хранить ключи, адреса, транзакции, балансы, хэши или любые другие личные данные. Никогда не сохраняет ваш полный IP-адрес и никогда не продает данные для получения прибыли. Тут сами решайте, хотите ли вы давать согласие на получение разработчиками каких-либо данных об использовании кошелька. Я лично выбираю опцию «Нет, спасибо» и перехожу далее к этапу создания пароля. Вообще MetaMask предлагает два обязательных вида защиты ваших активов. Первый вид — это прямая защита ваших активов посредством установки сид-фразы, дающей доступ к вашим активам. А второй вид — это защита при помощи установки локального пароля на вашем устройстве, который вам нужно будет постоянно вводить, например, при перезагрузке браузера, в котором установлен MetaMask. Пароль же защищает сам интерфейс кошелька при взаимодействии с активами, чтобы люди, которые получили доступ к вашему ПК, не смогли взаимодействовать с тем, что лежит у вас на кошельке. Утеряв пароль, вы в любом случае сможете восстановить кошелек при помощи сид-фразы. А вот уже утеряв саму сид-фразу, вы не сможете получить доступ к активам, если утеряли доступ к интерфейсу вашего кошелька. В любом случае, самым важным ключом к сокровищам на вашем MetaMask является сид-фраза, которую лучше хранить на бумажном носителе. А вот пароль уже гораздо менее важная вещь. Если кто-то узнает вашу сид-фразу от кошелька, то он получит полный доступ к вашему кошельку и активам, которые там лежат. Теперь я ввожу пароль. Ставим галочку напротив фразы «Я прочитал условия использования и согласен с ними». При желании можно нажать на условия использования и прочитать их. А я жму «Создать».
и видим перед собой коротенькое видео на английском языке, а также коротенькую методичку, но уже на русском языке, которой даны рекомендации по хранению вашей сид-фразы, которую мы будем устанавливать на следующем этапе создания кошелька. Можете ознакомиться с данной методичкой, но сразу вам скажу, что лучше всего выучить наизусть вашу сид-фразу. Она все-таки из 12 простых английских слов, а также записать ее на один или несколько бумажных носителей и хранить в разных труднодоступных для третьих лиц местах. Так будет надежнее всего. Жмем далее и затем видим поле, где будет написана наша сид-фраза. Жмем на него, и здесь уже перед нами открывается 12 слов, правильная последовательность которых даст доступ ко всем нашим активам кошелька. И сейчас я переписываю их себе на бумажку. Фраза переписана, я жму далее и при правильной последовательности ввожу прописанную мной фразу. И на этом этапе наш кошелек создан. И мы нажимаем «Все выполнено» и попадаем в интерфейс самого кошелька. Сейчас я перезагружу как раз таки браузер для того, чтобы вам показать, как и где вводится пароль. Закрываю браузер, открываю снова и жму на расширение MetaMask с логотипом лисы в правом верхнем углу. После чего появляется окошко с вводом пароля. Как раз таки сюда нужно будет всегда вводить пароль, который мы с вами устанавливали ранее. Жму разблокировать и опять же получаю доступ к интерфейсу кошелька, но уже в формате маленького окошка. Если мы хотим развернуть кошелек на весь экран в отдельной вкладке, то жмем на три вертикальные точки и выбираем пункт «Развернуть представление», после чего кошелек развернется на весь экран. Зачастую вы будете работать в кошельке в формате маленького окошка. Но сейчас, ради наглядности, я разверну кошелек в отдельной вкладке на весь экран и продолжу рассказывать про него уже в таком формате. А теперь мы с вами разберем интерфейс самого кошелька и сделаем небольшую базовую настройку. Изначально в кошельке доступна только одна сеть, это сеть эфира ERC20, а также отображена только одна криптовалюта, то есть сам эфир. Для того, чтобы скопировать адрес нашего кошелька, нужно навести курсор на подпись «Аккаунт 1» и нажать один раз левой кнопкой мыши. Кстати говоря, во всех сетях у вас один и тот же адрес кошелька. Так что если вам захотят отправить монеты в разных сетях, то вам нужно давать один и тот же адрес кошелька. Для того, чтобы отправить эфир с нашего кошелька, нужно выбрать «Отправить», ввести адрес кошелька и подтвердить транзакцию. Пункт «Купить» нужен для того, чтобы прямо через кошелек MetaMask приобрести криптовалюту через посредника. Но таким образом я вам не советую ничего покупать, так как, во-первых, у вас ничего, скорее всего, не получится, если вы из России, так как валюта рубль не поддерживается в данном варианте покупки, а РФ-карты попросту не принимают. Ну а кроме того, данная покупка будет осуществляться через третьих лиц, вследствие чего будет внушительная комиссия. Проще всего купить криптовалюту через биржу или агрегатор обменников BaseChange, о чем я рассказывал в одном из последних видео. Там абсолютно все про самые оптимальные и простые варианты покупки, продажи и обмена крипты. Обязательно посмотрите видео, если оно для вас актуально. Ссылку на него я оставлю в описании к видео, а также она появится сейчас в правом верхнем углу этого видео. Пункт «Обмен», к сожалению, тоже не советую использовать, так как обмены можно делать с меньшими комиссиями в сравнении с теми, что вы заплатите, совершая обмены через данный пункт. То есть совершать обмены можно более выгодно другими способами, о которых я расскажу в этом же видео, только слегка попозже. На данный момент главное понять, как получить крипту на кошелек, скопировав свой адрес, а также как отправить, собственно, нажимая на пункт «Отправить». Помните, в самом начале видео я говорил, что MetaMask — это мультивалютный кошелек? Да, сейчас у нас доступна только одна сеть. Это как раз-таки сеть эфир. А вот другие поддерживаемые сети придется добавлять вручную. Например, сейчас мы с вами добавим сеть Binance Smart Chain, в которой очень и очень маленькие комиссии. Для добавления новой сети в кошелек нужно нажать на действующую сеть. По умолчанию это сеть Ethereum. И выбрать «Добавить сеть». И после этого заполнить 5 требуемых пунктов. Для того, чтобы узнать необходимые 5 пунктов для определенной нами сети, я делаю простой запрос в гугле «Сеть Binance в MetaMask». Перехожу на официальный сайт Binance Академии, листаю до заголовка «Mainnet» и поочередно ввожу указанные данные в кошелек MetaMask. Все данные перенес, теперь жму «Сохранить», и вуаля, у нас появилась вторая сеть в кошельке, которая называется Binance Smart Chain. Для переключения между сетями нужно нажать на действующую сеть, а затем уже переключиться на ту, которая нам нужна. Как раз таки переключусь на сеть Binance. Само собой, в сети Binance, как и в сети эфира, находится далеко не один токен, как мы видим, попадая в сам кошелек. А для того, чтобы отобразить другие токены, нам нужно вручную как бы дать команду MetaMask на их отображение. Например, я хочу отобразить токен USDT в сети Binance. Для этого я перехожу на сайт CoinMarketCap, ввожу в поиск символ USDT и далее возле контракта данного токена в сети эфира жму Mo, то есть показать больше вариантов. Ищу данный токен в сети Binance, а далее просто жму на лисичку возле найденного мною контракта. Далее перед нами появляется окошко от кошелька MetaMask, в котором нужно подтвердить добавление нового токена в кошелек. Жмем «Добавить токен». И сам токен появляется в кошельке. А сейчас я вышлю на свой кошелек MetaMask 100 USDT в сети Binance самой биржи Binance. Для этого перехожу на биржу, открываю основной аккаунт
аккаунт, выбираем монету USDT, вывод, копируем адрес кошелька MetaMask, вставляем скопированный адрес на бирже, выбираем сеть Binance, вводим необходимую сумму и жмем вывод. И совсем скоро USDT отобразятся в моем кошельке MetaMask. Если что, то полная инструкция по самым главным действиям на криптобиржах находится в том же недавнем видео. Там, конечно, делается разбор на примеры биржи KuCoin, но на всех остальных биржах делается все плюс-минус так же. Ссылка на видео, конечно же, в описании. 100 отправленных мной USDT отобразились на моем кошельке. Теперь я зайду в сам токен, нажму на 3 вертикальные точки и выберу опцию «Скрыть USDT». Теперь USDT пропали из моего кошелька. Кто-то может подумать, что я лишился своих токенов, но на самом деле это не так. Токены по-прежнему лежат на кошельке, но их просто не видно. На самом деле я мог скопировать адрес своего кошелька, выслать токены с биржи, а уже только потом добавить токены в кошельке так, чтобы они отображались. Для повторного отображения токенов на кошельке нам нужно снова перейти на CoinMarketCap, найти там токен и возле его контракта в интересующей нас сети нажать на голову лисы, подтвердив добавление токена в кошелек. Кстати, чтобы добавить токен, которого нет на CoinMarketCap, но вы знаете адрес его контракта, можно просто перейти в импорт токенов внутри самого MetaMask, ставить адрес контакта и нажать «Добавить пользовательский токен». Далее «Импорт токенов», после чего токен сам отобразится в кошельке. Я как раз вставил адрес USDT в сети Binance, и $100 снова отобразились в моем кошельке. Не обращайте внимания на то, что возле токена изменилась картинка. Это нормально. Мы просто двумя разными способами добавляли токены в кошелек. А теперь я попробую отправить 50 из 100 своих USDT обратно к себе на кошелек биржи. Возле токенов USDT жму «Отправить USDT» и вижу ошибка, суть которой в том, что у меня не хватает комиссии для оплаты газа. Газ — это комиссия для осуществления перевода. В разных сетях комиссия разная. В случае сети Binance комиссия очень маленькая, меньше $1. Но самое главное, что вам нужно знать, так это то, что на биржах комиссию можно оплатить в отправляемой криптовалюте. А вот уже в случае с MetaMask доступен только вариант оплаты комиссии в основной монете сети. И если этой монеты на вашем кошельке нет, то пусть у вас лежат даже миллионы USDT. Сделать перевод у вас не получится. И именно поэтому у меня не получится сделать перевод USDT в сети Binance. У меня на кошельке есть только токены USDT, но монеты BNB, а это монета, в которой оплачивается комиссия, нет. А для того, чтобы понять, в какой монете оплачивается комиссия в той или иной сети, достаточно просто загуглить запрос наподобие «В чем платить комиссию в сети Binance?». Сейчас я куплю на бирже немного BNB для оплаты комиссии, закину их в себе MetaMask и вернусь к вам. BNB перешли ко мне на кошелек, и я снова попробую вывести 50 USDT. Вставляю свой адрес биржевого кошелька для получения USDT в сети Binance Smart Chain. Ввожу сумму, в моем случае 50 USDT. Параметры цены газа и лимита газа оставляю, так как кошелек сам подбирает оптимальное значение для перевода. Жму далее, смотрю, какая комиссия будет взята за перевод. В моем случае это 0,383 миллионных BNB. И в конце жму «Подтвердить». Все, 50 USDT были обратно высланы на мой биржевой кошелек. Для отслеживания транзакций нужно зайти во вкладку «Активности», и там будет отображена история транзакций. У меня всего одна транзакция, так как у меня только что созданный кошелек. Здесь мы видим, что транзакция подтверждена, а это значит, что наши монетки точно ушли на кошелек получателя. Также, нажимая на «Скопировать ID транзакции», можно получить уникальный ID. Например, для того, чтобы получатель точно мог убедиться, что транзакция пришла именно от вас. У него, если что, при входящей транзакции будет также доступен к просмотру ID транзакции. Для более точного мониторинга перевода нужно нажать на текст «Смотреть в проводнике блоков», и уже здесь можно посмотреть более подробную информацию о переводе. Например, как давно был сделан перевод, с какого и на какой кошелек, какая комиссия за перевод была отдана и так далее. Сейчас мы с вами разобрались с тем, как создать кошелек, как его базово настроить и как стандартно пользоваться. Сейчас осталось определиться с тем, как обменять одну криптовалюту, лежащую на вашем кошельке, на другую. Для этого нам идеально подойдут так называемые свапалки, которые позволяют сделать обмены криптой внутри одной сети, подключая к ним свой кошелек MetaMask. Сейчас я зайду на сайт PancakeSwap, ссылочка, если что, в описании к видео. Жму Connect Wallet, в правом верхнем углу выбираю MetaMask. После моментального подключения на том же месте, в правом верхнем углу, мы видим начало и конец адреса нашего MetaMask кошелька. Далее жму Trade, и сейчас я поменяю 50 USDT на BNB. Выбираю USDT сверху и BNB снизу. Далее ввожу сумму USDT, которую хочу поменять, и сразу вижу, какое количество BNB я получу. Далее жму кнопку Swap. Подтверждаю транзакцию на сайте, подтверждаю транзакцию в кошельке MetaMask, и мои USDT были поменены на BNB.
Транзакцию также можно отследить внутри кошелька. Как вы видите, обмен крипты в сети Binance через сайт PancakeSwap происходит очень быстро и делается максимально просто. У меня была одна идея создать отдельное видео о том, какие свапалки и мосты для обмена крипты вообще существуют и как ими вообще пользоваться. Если вам интересно посмотреть видео о том, как быстро менять крипту в рамках одной сети или между сетями, то обязательно дайте знать об этом в комментариях. А теперь совсем небольшое отступление. Как вы видели, я пополнил свой MetaMask кошелек на 100 USDT в сети BEP20, 50 из которых я выслал к себе обратно на биржу, а 50 поменял на монету BNB. А сейчас я пополню еще раз на 100 USDT свой кошелек, и они будут лежать на этом кошельке, и кто-то из вас их заберет себе. Сейчас вы видите 7 первых слов моей сид-фразы, расставленных в правильной последовательности. А последние 5 слов от фразы расположены ниже в рандомном порядке. Для того, чтобы забрать 100 USDT с моего кошелька, вам нужно в правильной последовательности расставить последние 5 слов и восстановить мой кошелек по верной сид-фразе. Сделать это будет не совсем легко. Тот, кто сделает это первым, тот и заберет себе небольшой подарок в $100. Как только кто-то заберет $100 с кошелька, я сразу дам знать об этом в своем телеграм-канале, ссылка на который в описании к видео. Также дополнительно отмечу для вас несколько достаточно важных вещей. Первое. Вы можете создавать большое количество счетов внутри одного кошелька. В некоторых случаях, например, в случаях каких-то абузов, это будет полезно. Для создания других счетов жмем на аватарку нашего профиля, затем выбираем опцию «Создать счет», вводим для него имя, и вуаля, новый счет создан внутри нашего кошелька. Важно! Ваша сид-фраза во время восстановления вашего кошелька восстановит только первый основной счет, но не восстановит ни один последующий созданный вами счет. Чтобы восстановить другие счета, нужно переключиться на интересующий вас счет. Например, я переключусь на мой второй созданный счет. Нажимаю на троеточие, реквизиты счета, экспорт закрытого ключа, ввожу локальный пароль от кошелька и вижу перед собой закрытый ключ. Закрытый ключ является аналогом сид-фразы. А чтобы при помощи ключа восстановить ваш второй счет в кошельке, жмем «Импортировать счет» после нажатия на аватарку. Выбираем опцию «Восстановление через закрытый ключ» и подтверждаем восстановление нажатием на кнопку «Импорт». Второй важный момент. Зайдя в настройки кошелька, перейдя в пункт «Безопасность» и «Конфиденциальность», и введя там пароль от вашего кошелька, можно посмотреть свою сид-фразу для восстановления кошелька. Очень полезно, если вы каким-то образом ее потеряли или забыли. Но при этом помните пароль от уже установленного на вашем устройстве кошельке. Также в настройках в разделе «Дополнительно» можно установить таймер блокировки кошелька. То есть то время, после которого для повторного взаимодействия с кошельком нужно будет еще раз вводить пароль. Советую также покопаться в других пунктах настроек, чтобы понять, как еще можно настроить кошелек. Главное, не тыкайте в то, чего не понимаете. Я вот еще дополнительно поставлю в разделе «Экспериментальный» темную тему. Как по мне, куда симпатичнее она выглядит. И третий момент. Для кошелька MetaMask существует достаточно удобное мобильное приложение, которое может себе установить каждый из вас. Для этого на официальном сайте MetaMask заходим во вкладку «Downloads» и выбираем опцию «Скачивание для iOS или Android». Скачиваем кошелек, жмем «Начало работы» и видим две опции. Первая — это импорт кошелька по вашей сид-фразе, а вторая — кнопка создания кошелька. Если у вас уже есть созданный кошелек, то жмем «Импорт», а если нет, то создаем новый. Я жму «Импорт», ввожу сид-фразу с кошелька, который я создавал в браузере на ПК, далее ввожу два раза локальный пароль. Можно, если что, создать другой пароль от того, что вы ставили в браузерной версии. Но я поставлю такой же и жму импорт. Все, мой кошелек теперь доступен как в браузерной версии, так и с мобильного приложения. Также хотелось бы заметить один большой недостаток MetaMask, а именно факт того, что в данном кошельке поддерживается только ряд определенных криптосетей, вследствие чего далеко не каждую криптовалюту или токен можно на нем хранить и в принципе принимать на свой кошелек. Вот, например, лично я очень часто использую USDT в сети Tron, как и большое количество людей, так как отправлять криптовалютные доллары максимально быстро и с минимальными комиссиями очень круто. А вот на MetaMask не поддерживается сеть Tron, поэтому USDT в данной сети ни отправить, ни получить я не могу. На этом наш обзор самого популярного и самого важного криптокошелька заканчивается. Мы с вами разобрались с тем, как получать, отправлять, обменивать и правильно хранить крипту на данном кошельке. Очень надеюсь, что после этого видео у вас точно не останется вопросов о том, как пользоваться кошельком. А если вдруг такие вопросы остались, то welcome в комментарии под видео. На все вопросы буду стараться оперативно отвечать именно там. В дальнейших видео я зачастую буду использовать данный кошелек для демонстрации различных процессов и взаимодействия со сторонними
сторонними интерфейсами. Так что советую обязательно установить себе браузерную версию кошелька и сообщить мне в комментариях, какое следующее видео по крипте вы хотели бы увидеть в ближайшем будущем. Ну и не забывайте подписываться на мой основной телеграм-канал «У соседа лучше», на котором помимо анонсов видео выходит большое количество контента по заработку, мои личные истории и разборы, связанные с финансами, бизнесом и заработком, а также крипто-контент. Например, недавно вышла статья с топом лучших крипто-кошельков. Советую ознакомиться и подписаться на канал. А я побежал готовиться к следующим видео. Всем пока! We'll be right back.